Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадим, это обзор ивентов на Наруто Онлайн очередной, и в общем-то, да, на 13 число, 13 июня, значит, нам дали скилл триал на Ягуру, я вот Ягуру этот инсейнова, и походу он будет становиться сильнее, потому что его до сих пор на Китае используют. И как бы это о чем-то договорит. Так что, в принципе, не знаю, как насчет Хана, но Ягуру надо было бы тоже заролить. И я так чувствую, что он будет в этом сундуке. Но пока я Мадару не заролил, Ягуру я не буду искать. Потому что, как бы, Мадара просто must have для всех мейнов и вообще везде. И да, Эда Хан, конечно, хорош, но типа я его получил и так далее. И все дела. Так вот, дальше. Мината дает. Мината 4 Хоккаги, который у меня есть, получает скилл Breakthrough. И как бы это прикольно. И как бы интересно, что там у него. Посмотрите, в принципе, у любителя конфликтов. Скорее всего, он покажет, что там у него за скиллброки. Хотя, он же ж не может угадать, какие именно скиллброки ему добавят. То есть он может только показать, типа, все, которые могут быть добавлены. А по факту, что именно добавят, непонятно. Но тем не менее. То есть Мината 4 Хоккаги, он уже у многих пятизвездный. И вообще, это один из первых ниндзя донатных. И он в чем-то даже круче Дотенсейного Мината. Поэтому как бы он пока что не устаревает. И я его, кстати, использую в команде. Посмотрим, в общем. Было бы неплохо, если бы именно скилл трайл ему добавили. То есть, чтобы за бутылочки, типа, изменить ему как-то скиллы, там, усилить его за бутылочки. Потому что как бы за фрагменты я не могу его усиливать. Я могу только за бутылочки. И, конечно же, опять же, если стоит это все очень дорого, там, кучу фрагментов, а вы знаете, что как бы у нас есть возможность проебать, короче, фрагменты свои. То есть у меня такое с Асумой случалось, у меня такое с Цунадо Санин случалось, что я, короче, проскилброчил ее, потом что-то там не то нажал, бабах, и все, и пропало. Поэтому будьте крайне осторожными, если вы собираетесь его скилброчить. Я вообще считаю, что для донатных ниндзя скиллброки это еще та жесть. Дальше, значит, Конан Ангел, Саски Ирины Шаринган, Итачи Эда Тенсей, Наруто с Санин Шести Путей. В общем, это все нам не особо нужно, я так чувствую. Значит, New Function Added, ниндзя тест. Вот это вот ниндзя тест, судя по описанию, это будет та фигня, где, короче, за какие-то поинты, которые будут раз в месяц давать, вот, ну, по крайней мере, на тайваньской версии. То есть, дают такие талончики, и потом ты можешь на них, типа, ниндзя закупать. Но это какое-то говнище, то есть, на время. То есть, не на все ивенты, и только на время. Тут так и написано, что, типа, нельзя использовать, вот, типа, Асуму, только... Чтобы Асуму Виндблейда получить, там только 3 билета нужно. Ну, то есть, это типа для новичков. То есть, естественно, там каких-то суперкрутых ниндзя, скорее всего, давать не будут. Да и прокачать вы их особо не сможете. И вообще, то есть, не во всех ивентах. Вот, например, в Survival Trial, в Майнинге, в Файтинг, Мацури Челлендже и в Зените не работает эта фигня. Я вот не понимаю, при чем здесь Зенит? В Зените и так же ж ведь нельзя использовать тех ниндзя, которые, типа, вообще никаких нельзя, короче. Это довольно жестко. Зенит там вообще свой набор ниндзя. Значит, Time Limited Treasure добавлен. Первый, я так понял, именно здесь будет падать и детенцийный Ягура. У кого есть 200 свитков, у кого уже есть Мадара, можете в него ролить. Ну или если кто-то хочет, типа, Ягуру этого. Значит, Infinite Tsukun Yomi Special Rebate. А, это, короче, вот это вот. В чем прикол? А, типа, ну, продолжается тут ивент, вы поняли.
с мая по июль. Да, с мая по июль месяц он длится. Там, короче, этого Наруто Ранина дают за 90 тысяч, все дела. Супер Карнивал. Лаки Дров. Так, это вот эта вот фигня. Это там, где совершенно случайные вещи в рулетке падают. Рулетка довольно-таки дорогая. И там зачастую макотамы всякие и другое говно дается. Но преимущество то, что там как бы... Можно вплоть до Хаширамы Санина, ну, Хаширамы это Тенсейного, получить фрагмент, именно фрагмент. Также, в принципе, фрагменты дорогих ниндзя можно получать, и, в принципе, всякие крутые ништяки, и каждые 10 минут обновляется набор тех ништяков, которые ты можешь получить с этого ивента. Также там есть джекпот, и я советую, как бы, подождать до последнего дня, потому что бесплатки, бесплатные попытки добавляются по одной бесплатной попытке каждый день, и они копятся, и джекпот растет, и как бы, если уже получать джекпот, то уже в самом конце. Ну, джекпот это там процент от затраченных купонов от всех игроков на сервере в этот ивент. Также там дополнительный магазин есть. Дальше, Фукурокумарус Дилс, ну вы поняли. Это крутой ивент, но нужно типа что-то здесь покупать, во-первых, чтобы им воспользоваться, во-вторых, все зависит от того, что там будут давать. Ну, в принципе, я посмотрю, если какие-то броньки будут в этих всех ивентах, то в таком случае я, возможно, броньку какую-то куплю и воспользуюсь Фукурокумарус Дилсом. Ну, в общем-то, следующая неделя будет в основном как раз неделей траты купонов, потому что Фукурокумарус Дилс это вот такой вот лучший ивент, чтобы дать вам дополнительные ништяки за трату ваших купонов. Daily Recharge Rebate, Summer Memories Activity, ну Recharge, это вы поняли, это не ко мне. Summer Memories, это там, где коктейли, насколько я помню, мешать, и всякие там еду, короче. И, в общем-то, тут, возможно, какие-то броньки будут и так далее. Конохас Грэд 3. Здесь вот есть бесплатный. Это, кстати, бесплатный довольно-таки ивент. И это бесплатный ивент. И это бесплатный довольно-таки ивент. То есть целых 3 фри-ту-плейных ивента. Вот единственное, что меня смущает, это то, что нам нету ивента, который бы давал нам купоны. То есть все эти ивенты дают нам какие-то ништяки, но не купоны. Значит, Конохас Грэд 3 прикольный. Посмотрим, что там будет в этом дереве. Также меня беспокоит, что нету Конуха Саутуэц. Мне нравится Конуха Саутуэц. Надеюсь, он вернется. Значит, Great Plates, легенда о хорошем ивенте. 20 ключей в день ролить можно. Также там, вы поняли, Bond Scroll рольте по десятке, чтобы получить, собственно, выполнить задание каждый день. У меня есть ролик об этом. У меня обо всем есть ролик. Fateful Choice. Теперь у нас добавили Наруто с этого... шестипутевого Ашуру и Саски Рина Шерингана. Ну, вы поняли, Ашура, конечно же, здесь покруче будет. И, как бы, Fateful Choice. Я не понимаю, он, мне кажется, невыгодный, этот ивент. То есть, там, что с него дают? Не особо-то и дают. Цены там не особо дешевые. Там единственное, что за точку вроде бы дают, за... то, что ты много очень потратил всех этих вещей. Ну и я думаю, многие будут пользоваться, и причем в первую очередь тех, кто Саски хотели, потому что типа Саски вроде бы еще за купоны не давали, ну по крайней мере там один чувак так писал. Treasure of the Sage, здесь отличные скидки, поэтому пользуйтесь, типа надо еще знать, что там именно за эти скидки дается и так далее. В общем, посмотрим. Хорошее место, чтобы потратить купоны. Cultivation Limited Rebate. Copos Ingans can be used. Да, это вот именно та фигня. Это вот эти вот свиточки, которые там стихии усиливают и так далее. Ну, в общем-то, это не для фри-ту-плейщика, потому что, как бы, кто эти свитки покупает за купоны, я не понимаю. И это самый дерьмовый из ребейтов, потому что, собственно, он не позволяет нам, фри-ту-плейщикам, пользоваться собой.
Я не знаю, какие они долбоёбы, почему они постоянно этот ивент не меняют, почему он только для донатеров и для каких-то придурков, короче, которые туда бабки вкидывают. Но это вот если вообще не во что вкладывать деньги, то можете накупить свиточков и Фукурку Морозил дополнительно получить. Может быть, кстати, я как раз им и воспользуюсь, если вообще будет все плохо, а Фукурку Морозил все будет что-то крутое. Вот это единственное его применение. Recruitment Feedback. Все, конечно, хорошо, но у меня нету недостаточно свитков. У меня там 130 свитков, а нужно 300, чтобы в Мадару идти ролить. Goldfish Fishing, это дает бонус от свитков, опять же, то есть три ивента работают вместе у нас традиционно: Recruitment Feedback, Goldfish Fishing и дополнительный Treasure. Значит, ну и все, да. Вот такие вот ивенты. Что я могу сказать? Неделя лучше среднего, но я бы не сказал, что она идеальная, только потому, что у нас тут нет у меня боку трайла какого-нибудь, который бы давал нам по 60 купонов в день. Или же вот это вот, как его, ну, короче, знаете, там, там, где шарики летают. То есть там тоже 20 купонов и чан-пак дают каждый день. То есть купонов никто не дает. А купоны — это как бы круто. Чтобы неделя была супер-пуперской, нужно, чтобы в ней хоть дополнительных купонов 20 в день давали. Поэтому, увы, только выше среднего хорошая неделя. Да. Но она хорошая, это да, это хорошо. По крайней мере, лучше, чем эта предыдущая была. Кстати, насчет предыдущей недели. Я собрал себе новый флаг, да, наконец-то, и как бы поднял сразу же за счет 30 бутыльков, 38 бутыльков у меня было. Я на новом флаге, то есть на прокачке нового этого, ниндзя этого, поднял 700 мощи или даже 800. То есть очень выгодно флаги покупать новые. Поэтому, в принципе, там, по-моему, 2000 получается один флаг, можно купить. Но вы, опять же, не сильно спешите, потому что, учтите, нам, если у вас уже много флагов, то лучше все-таки притормозить. Почему? Потому что куда вы будете девать фрагменты этих флагов, когда нам, типа, когда вы все их соберете, а нам-то продолжают давать фрагменты этих флагов. Дают их в ребей, так дают их во всяких ивентах и так далее. А это, знаете ли, опасно, потому что если вы, типа, покупали за купоны, а потом вам все это бесплатно дают. Ну вот что это за фигня? Зачем тогда вы покупали за купоны? Нужно покупать за купоны то, что вы не можете достать без купонов. Хотя рано или поздно, конечно же, все становится фри-ту-плейным. Но тем не менее. Флаги там вполне себе ограниченное количество их, и как бы с покупкой каждого нового они не дорожают. То есть ты можешь как бы все их собрать запросто и потом куковать. Но Джак, так, что-то second, so happy for that Sasuke is in a coupon event. Короче, рад, Killer B. Да, этот Сасуки в ивенте за купоны. Это круто, наверное, для кого-то. Что-то вообще долго грузится. А, ну даже сохраняет здесь это место. А нет, чё ж оно кидает в начало? Плюс, well, I can say they're good since this week, great place, and two new PTs, that's all, rest are just так. Six pass again in events. Well, it seems for staffs isn't enough. Кстати, типа, если надо узнать, сколько будет стоить Ашура в этом, короче, ивенте. Fateful Choice. То есть, в принципе, если он дешевле 20 тысяч там будет стоить, то можно и Ашуру купить. Ну, я, конечно, не буду, у меня и нету, как бы, у меня там 16 тысяч пока что. Да и, как бы, поздновато Ашуру уже покупать. Наверное, новый какой-то ниндзя выйдет.
Напишите, кто-нибудь знает, выйдет ли какой-то новый ниндзя, который будет контрить Ашуру и вообще, то есть, будет супер-пуперский. Сейчас же у нас до сих пор продолжается мета Ашуры. Fukudils and Great 3 find at the same week, let's go. Ну, вообще-то, Great 3 это не очень-то круто, да. Ну, то есть, это не самый выгодный ивент, там как бы много посторонних вещей дают. И в итоге, как бы... Ну, в общем, я бы выбрал какие-то другие ивенты для того, чтобы вкидывать купоны. Тот же Fateful Choice, как по мне, лучше. Там хоть и есть рандом тоже, но там хотя бы ты напрямую как бы вкладываешь в ниндзя в какого-то. Хотя хз вообще. Give Kushina Trial. В смысле Kushina Trial? Что это значит? Outlet. Вот, да! Konoha's Outlet. Мне нужен этот ивент. А желательно, чтобы там были какие-то ниндзя, которых я еще не обозревал. Чтобы я на мульте... У меня уже на мультах по 30 тысяч купонов. Это жесть какая-то. Я ж каждую неделю захожу, по 500 купонов получаю на каждом мульте. И так вот насобиралось потихонечку. Так вот, типа... Вот, у меня дофига этих гребаных купонов на моем гребаном мульте. На моих мультах, там их 10 штук. И, короче, некуда тратить. Как бы хотелось бы что-то получить себе на основной аккаунт. То есть отослать, например, вот эти вот купоны с Konoha's Outlet. А не тратить, типа, покупать ниндзя в обычном ивенте, чтобы они потом на мультах валялись. Это бесит. So, two new breakthroughs that require... Да, 4 stars, so pointless, super carnero for 2 weeks, has a free draw, so cool, fateful choice, probably doesn't have advanced refines, so meh. В смысле, не имеет этих advanced refines? Ну не знаю. Так там вроде какой-то бонус дает. Cultivation rebate is garbage. Вот это вот я согласен. Summer memories is because you can only claim them once. Типа, ну, а как же этот? Great plates и все остальное. Ну, короче, недостатки у Оазис. Ну, тут понятно, это типа критик великий. Фу, какая фотография отвратительная, какая мерзость, какая, фу, гадость. Зачем такое ставить? Два дауна лижут один другого. Непонятно, это кто, папуасы, они на каком-то острове. Still no main breakthroughs. Нарука и... Нарука. Нарука, да. Нарука, вся рука. Naruto Inredeemable, please, I need 7 frags. Серьезно? Вот никогда. Я ж говорил, я говорил 100 раз. Вот такие вот дебилы потом 7 фрагментов ждут, короче, месяц, пока им этого Наруто дадут. То есть, вы что, дебилы? Надо, если покупаете ниндзя, то покупайте его одним заходом, одним залпом. Потому что вот ты сейчас купил, и потом у тебя эти фрагменты, они мертвым грузом лежат. И ты как бы... А ты, может быть, захотел бы другого ниндзя купить, или же каким-то супервыгодным ивентом воспользоваться. Плюс вообще большинство ребейтов всяких, и Fukurukuma's Deals, опять же. Вот ты купишь 7 фрагментов своего Наруто, и ты не получишь с Fukurukuma's Deals ничего. Почему? Потому что ты, собственно, тратил раньше без Fukurukuma's Deals свои купоны. А мог бы ты подождать и сейчас потратить все 20 тысяч купонов, купить себе полностью Наруто и получить еще дополнительно максимальную награду с Fukurukuma's Deals. Понимаете? Это, блин, аксиома, это элементарно, блин. Ну никто не понимает, блин. А потом кредиты берут. I bet Kushina in gold fishing again. А, типа... Да. Да я не знаю, я там вообще вот эти вот свитки брал обычно. А не Kushina.
Ну и все, как бы. Больше тут никто не пишет. Этого любителя конфликтов нету вроде бы пока. А на этом я с вами прощаюсь. Ивенты выше среднего. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.